7, 8. Очки виртуальной реальности Вера Федоровна Дудко использует впервые. С возрастом женщина начала плохо слышать, приобрела слуховой аппарат. Но пользоваться не смогла, было некомфортно. Лечащий врач предложила пройти диагностику с помощью нового комплекса, чтобы подобрать индивидуальные настройки. Ради того, чтобы слышать, пойдешь на всю. Не страшно нисколько. Даже приятно было. Комплекс по реабилитации слуха – уникальная разработка самарских ученых. Аналогов ему нет в мире. Над комплексом специалисты трудились год. Все, что нужно для оценки слуховой реакции человека – VR-очки, специальная компьютерная программа и 8 колонок. Причем расположение каждой просчитано до миллиметра. Человек абстрагируется от текущей реальности, видит себя в неком другом мире, видит новые источники звука, может по ним понимать, что происходит. Мы однозначно можем вычленить понятные, известные для нас звуки социально-бытового подхода. То есть, допустим, если мы находимся в кафе, то это звук ложки, вилки, разговор официанта и там подобные кейсы. Новый комплекс не только позволяет точно настроить слуховые аппараты, проводить диагностику тугоухости, но и может помочь в реабилитации пациентов, переболевших коронавирусной инфекцией. Наша задача – добиться, чтобы пациент мог в любых условиях, даже в шумной обстановке, среагировать на нужный сигнал и дать ответную реакцию. Новинка уже на вооружении самарских медиков. После апробации комплекс смогут использовать урологические центры не только в России, но и за рубежом. Лариса Шалафаст, Максим Гусев. События.